Всем привет, давайте подождем пару минут и тогда начнем. Всем привет! Так, всем, кто подключился, привет. Давайте мы будем плавно начинать. Соответственно, сегодня у нас будет семинар по классификации изображений. Такс. И по идее сейчас должен быть виден коллаб. Вот. Ну и, соответственно, план такой, что сначала мы обучаем сверточную сетку для классификации изображений, смотрим на то, какие фильтры у нас получились, потом разбираемся с тем, что такое аугментация. У вас на лекции этого не было еще. И про регуляризацию с нормализацией тоже не было. Да, все так. Все отлично. Вот. Я не уверен, будет ли это на лекции, но в любом случае, как-то разберем. Значит, семинар у нас, если кто-то будет потом смотреть, он пока не переложен в папку 23-го года, он лежит в папке 22-го года, просто как 703. Вот, ну и, собственно, сначала мы просто импортируемся. Обучать мы будем на Цифаре 10. Цифар 10. Он содержит, ну, соответственно, 10 классов, в нем, ну, в каждом классе по 6000 картинок. Картинки очень маленькие, 32 на 32, ну и, соответственно, там есть 50 тысяч трейн и 10 тысяч тест. Вот, ну, классы здесь можно посмотреть, то есть это самолеты, автомобили, птицы, кошки, олени, собаки, лягушки, лошади, корабли и почему-то грузовики. Вот, ну, то есть, в принципе, как можно, наверное, заметить, классы делятся на такие две подкатегории. Одна категория — это зверушки, вторая категория — это машины или там средства транспорта. Вот, поэтому ну, они довольно разные, но как можно там предположить, в принципе, если мы возьмем там кошку и собаку, они, конечно, отличаются, то есть видно, что они отличаются, но все равно, они отличаются гораздо меньше, чем там самолет и кошка, да? Вот, поэтому посмотрим, как нейронка справится с этой задачей. Значит, о чем сразу же надо сказать. Значит, есть Transforms. Что он будет делать? Он будет принимать на вход наше изображение и делать с ним какие-то преобразования. Сначала он наше изображение приведет в тензор, потом он сделает нормалайз. Нормалайзу, как я говорил в прошлый раз, передаются средние из STD.
По-моему, средние из ТД здесь где-то наверняка написаны. А, ну, не суть, если что, их можно там просто пересчитать. Вот, ну и, соответственно, batch size будет 32 и 4 воркера. Да, и train мы еще и шафлим, чтобы у нас, ну, иногда так случается, что, да и в целом довольно часто так случается, что если шафлить, то результаты получаются получше. Вот, соответственно, давайте посмотрим на наши картинки какие-нибудь. Ну и, соответственно, тут у нас все, как нам и обещали, есть машины, есть и лягушка вон, есть и лошади, олень, видимо, даже есть, самолеты. То есть картинки действительно из этих 10 классов. Иногда довольно полезно смотреть, что тот датасет, который вам дали, описание к нему совпадает с тем, что у вас на самом деле в датасете. Не обязательно это одно и то же. Вот. Ну и, соответственно, да, Matplotlib нам сказал, что ему пришлось клипить, но картинки в целом выглядят адекватно. И, ну, я думаю, всем заметно, что они довольно шакалистые, они всего лишь 32 на 32 пикселя, но это позволяет довольно быстро обучать, то есть не надо много памяти. Поэтому в качестве той задачи датасет прекрасен. Вот, соответственно, дальше у нас есть функция plot history, которая принимает на вход train и val history. Это просто, соответственно, ну, массивчики, в которых у нас хранится лосс, который мы хотим отрисовать на тот либо. В принципе, я не помню, сделан ли у вас такой шаблончик в ДЗ. Если нет, то можете брать и просто его использовать. Ну и, соответственно, здесь нас просят реализовать архитектуру из одного ВГГ-блока. Вот, что-то, ну, как выглядит ВГГ-блок, тут есть. А это сверточный слой с 16 выходными ядром 3 на 3. Дальше паддинг и нелинейный стрелу. Потом еще один такой слой и макс пулинг с шагом 2. Значит, напомню, что паддинг, к счастью, пишется так же, как мы его говорим по-русски. А вот шаг 2 это страйд. То есть это на самом деле не там какой-нибудь степ, а это страйд. Вот, ну и, соответственно, дальше полносвязанный слой со 128 выходами и нелинейностью. И полносвязанный слой с 10 выходами и софтмаксом, классов у нас 10. А есть ли кто-нибудь, кто возьмется это написать или надиктовать? Окей, давайте тогда, ну, соответственно, сначала мы просто заинитим то, от чего наследуемся. Вот. Дальше давайте VGG сделаем и сделаем его сразу sequential, чтобы потом в форварде не страдать. Ну, то есть, напоминаю, да, что мы можем прятать все в sequential, и на самом деле такую сетку мы спокойно могли написать одним sequential. Но если у нас там сетка более сложная, то гораздо удобнее писать вот класс, и в нем уже там forward как-то собирать по-хитрому. Но тем не менее, здесь у нас все довольно прямолинейно, поэтому давайте мы хотя бы VGG выделим в отдельную часть. Conf.d. Так, соответственно, да, коллаб даже подсказывает. Я уже хотел спрашивать, но, в общем, да, сначала мы передаем число каналов на вход. Изображение у нас RGB, поэтому 3. Дальше мы передаем число каналов на выход. Мы хотим 16. Дальше мы хотим просто kernel
ну, kernel мы хотим 3 на 3, поэтому можно передать просто тройку. И после этого мы хотим еще padding. Padding равно 1. Вот. Ну и, соответственно, просто relu. Дальше. Конф 2D копируем. На вход 16, на выход 16 каналов. Дальше. NN3U. И еще MaxPool нас хотят. MaxPool 2D. 2 Stride 2. Вот. Соответственно, дальше давайте self fully connected 1 будет. Это NN linear. Ну, на выход мы хотим 128. Сколько у нас будет на вход? Кто-нибудь может прикинуть и сказать? Вот в такой вот конфигурации. Мы это в прошлый раз делали, но сходу сейчас надо подумать. Ну, в общем, у нас здесь padding 1, ядро 3 на 3. Соответственно, после конвов у нас ничего не поменяется, у нас будет 32 на 32. А потом у нас есть MaxPool. В MaxPool у нас ядро 2 на 2, а шаг 2 здесь... ну, как бы мы просто будем наш квадратик, вот у нас квадратик получается такой 4 пикселя, мы его будем просто сразу перескакивать. Поэтому у нас получается 16 каналов на 16 на 16, по идее. Наверное, так, проверим. Ну, то есть... Я говорю, что просто вот этот MaxPool, он картинку по каждой из осей в 2 раза. Так, кто нам еще нужен? Self of C2. C2. And then linear от 128 в 10. Так, ну и... Ну, 1,16 число каналов. 16 на 16 это размер картинки после MaxPool. При этом, как бы вот эти конвы, они не портят картинку 32 на 32. То есть, когда мы используем ядро 3 на 3 и padding 1, у нас вот картинка была 32 на 32 пикселя, она такой и останется. Соответственно, в MaxPool она приходит 32 на 32. В MaxPool у нас ядро 2 на 2 со страйдом 2. Ну, в принципе, удобнее всего, если есть, конечно, тетрадка в клеточку, но можно нарисовать там, соответственно, 32 на 32 клеточку и попробовать порисовать такие квадратики 2 на 2 и посмотреть, сколько получается выходная размерность. Но я говорю, что такой страйд на вскидку просто сравняется в 2 раза. Ну, такой MaxPool. Страйд, соответственно, здесь не повлияет, по идее. Не уверен. В общем, сейчас посмотрим. Мне кажется, будет 16 на 16 на 16. Если есть другие идеи, можем попробовать их. Так, соответственно, давайте out сначала VGG. У пица, потом так у нас MaxPool. После MaxPool мы, по идее, просто вызываем NN flatten и в него формим X out. Теперь NN relu.
и в него передаем self.c1 от auto. Out. Но out равно просто self c2 от auto. Вот, то есть что происходит в форварде? Мы то, что нам пришло изображение, передаем в GGG, прогоняется вот этот sequential, потом передается, потом мы вытягиваем в длиннющую колбасу, передаем это в полносвязный, делаем от этого relu, дальше берем еще один полносвязный, и от нас еще хотели softmax. Так, сейчас давайте на всякий случай глянуть дальше, не вызывается ли там softmax. Вроде бы нет. Хорошо, return. Return then max от out. Так. Ну. А мы... Нет, 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 нет. Здесь мы применяем не какие-то предобученные веса. А... Не сегодня... Не сегодня, но вообще будет семинар, посвященный трансфер-лернингу, и там уже будут предобученные веса. Здесь мы просто используем архитектуру, ну, и то, как бы у нас только один VGG-блок. То есть мы просто берем вот ту архитектуру, которую описали в там, давней-давней статье, и просто реализуем ее руками. Веса, которые здесь происходят... при ините, они не имеют никакого отношения к тому, что там выложено на серверах, там, торча и так далее. Это вот это не подгружает веса. Естественно, в торче можно использовать уже предобученные веса. Можно даже брать предобученную нейросеть и немножко ее, ну, менять ей только часть слоев, при этом вставляя остальные слои, их веса нетронутыми, чтобы как бы не терять те знания, которые сетка получила при обучении. Но здесь ситуация не та. Здесь мы просто как бы вот, ну, в принципе, так нередко бывает, что вы находите какую-то статью интересную, где реализована какая-нибудь очень классная модель, которая там под вашу задачу очень хорошо подходит. И там есть, соответственно, описание того, какие слои используются, но там веса либо авторы никуда не выложили, либо, ну, либо они выложили их в каком-то там очень диковинном формате, и бог знает, как его открывать, что вам проще, в принципе, самому реализовать сетку и обучить на своих данных. То есть, например, если там посмотреть задачу OCR, это задачка, где вы берете изображение и с нее хотите текст, который машиночитаемый. То здесь, например, по-моему, одна из лучших моделей реализована китайцами из Baidu. Там, по-моему, Маску ЦР она называется. И там как бы есть статья, в ней есть описание. Вроде бы даже где-то на серверах Baidu лежат веса, но вот у меня не получалось их открывать. Ну, в смысле, зайти на этот самый сайт, где они лежат. Поэтому, ну, там проще, ну, если бы в итоге выбрана была эта модель, было бы проще, ну, единственный вообще возможный вариант это взять, переписать ту последовательность слоев, которые заявлены китайцами, и обучать на своих данных. Вот, соответственно, дальше у нас train loop. Train loop у нас, да, значит, здесь мы... Просто собираем, ну, здесь мы, соответственно, имеем 4 массива. Это массивы, в которых будут записываться train loss и accuracy и валидационный loss и accuracy. Log — это просто как бы логирование, да, переменно назвали. В тренировке у нас примерно то же самое, только для эпохи и в торчевых тензорах. Мы говорим, что модель надо в train режим перевести.
И дальше просто итерируемся по нашему дата-лоудеру. Соответственно, все то же самое. Y-пред, loss от Y-пред labels, loss backward, step, zero grad. Дальше мы считаем loss, записываем его в наш лог, считаем accuracy. И после этого валидация. На валидации мы говорим перевести модель в eval режим и дописываем, что нам не нужны градиенты. И у вас, соответственно, выложена уже первая ДЗ. Когда будете ее делать, не забывайте про вот эти строчки. Вот. Так, тренингу. Вот, соответственно, модель у нас, мы сейчас переложим на девайс. В принципе, я не знаю, может, кто-то из вас уже сделал и видел ошибку. Если у вас на разных девайсах лежат зара там, и модель, то тоже будут ругаться, потому что он, ну, не в состоянии делать между разными девайсами перемножение тензоров там. Так. Mod2 и Mod1 cannot be multiplied. 32 на 3072 и 4096 на 128. Теперь бы понять, в каком это месте. Это вот в этом месте. Так. Давайте смотреть. Быстрый вопрос. 16 на 16 на 16. Сколько? Четыре девяносто шесть. 3072. Так, 3072, 4,96. Да, ну бач у нас 32. Девяносто шесть на 3072. Это на вскидку что-то похоже на 1,3. 15 на 1,3, 12, то есть как будто бы все-таки где-то закралась ошибка, и здесь надо 12 на 16 на 16. Давайте проверим. Так, type error. Must be tensor, not at max. Окей, да. Сейчас. Это уже у меня беда. Вот, да, она обучается. Давайте сейчас остановим и посмотрим на shape. Потому что, видимо, я таки ошибся. Так, прервать выполнение кода. Давайте принтовать шейпы. Соответственно, print out.size и print out.size. Так, прервать. Так, сайз картинки 16 на 16 на 16. А сайз... Сайз на выходе 3072 получается. Почему так? Почему так? Почему так? Почему так? 16 секунду.
PyTorch. Может быть, конечно, я. Это немножко странно. Давайте сейчас посмотрим быстро. А равно torch run 32. Да. И теперь nflatten. Flatten. Так, как будто я тогда упустил. А, да. А, значит, я благополучно опечатался. Здесь должен быть, естественно, out. И тогда все должно быть хорошо, и тут должно быть 16 на 16 на 16. Так, train. Вот, да, соответственно, обучение пошло. Всему мораль, надо следить за тем, что у вас, если вы назвали что-то аутом, то везде далее надо писать именно out, а не x. Так, ну и, соответственно, сейчас будет валидация. В принципе, здесь обучение идет на GPU сейчас, на коллабовском, и получается довольно быстро. То есть там в пределах нескольких минут. Вот. Accuracy у нас получается после первой эпохи там порядка 0,2-0,3. Я думаю, что оно, скорее всего, будет где-то в районе 0,5-0,6. Сейчас коллапс рисует по новой. Ну и да, соответственно, в качестве лосса мы используем кросс-энтропию, а в качестве оптимизатора мы используем просто SGD. Вот, ну и, соответственно, аккурси у нас растет потихоньку. Так, эпох здесь по дефолту 5. Ну, то есть где-то еще минут 4-5. В принципе, как вы, наверное, уже знаете, в EGG-блоке можно стакать, то есть брать несколько блоков, ставить их подряд. От этого качество обычно до каких-то пор растет, а дальше это становится бесполезно, потому что сетка уже слишком огромная. Ну и в целом, я вроде бы уже говорил об этом в начале. Есть Torch Vision, в котором, соответственно, есть уже реализованные модели, и там же можно скачать и готовые веса. И если открыть список моделей, то тут вполне себе есть VGG, и вы можете отсюда подтягивать VGG-11, VGG-11 с бэч-нормом, 13, 16 и даже 19. Вот. Ну и, как, наверное, вы уже понимаете, VGG не самая молодая, с тех пор вышло очень много других моделей, а в TorchVision они многие есть. Наверное,
Самое свежее, что здесь будет, это Efficient Network 2. Он, по-моему, 21 год, да, 21 год на архиве. Вот, да, то есть 1 апреля 2021 года выложено последние изменения в июне 2021. Возможно, тут есть что-то даже более свежее, но я не в теме. Ну и, соответственно, если что, и хотите попробовать там на Safari дообучить ВГГ, то после семинара по Transfer Learning можно будет попробовать. Соответственно, сейчас коллаб... Коллаб отрисовал только половину. Сейчас коллаб доучит, можно будет посмотреть на итоговое качество модельки. В ДЗ, ну, в ДЗ вы можете учить на чем хотите. Там не кардинально. А у вас там, насколько я помню, просто табличка. Табличка будет быстро обучаться что на ЦПУ, что на ГПУ. А в принципе, ну, я советую, естественно, открыть, ну, если у вас есть ГПУ, то на своей попробовать. Если нет, то на коллабе или там на кегле. Потому что следующее ДЗ уже будет, скорее всего, по картинкам, и их на ЦПУ будет гораздо дольше учить. Поэтому лучше будет, если вы заранее как бы пострадаете и поймете все сложности того, как обучать на ГПУ. Но в целом как бы и так будет нормально, и по скорости будет примерно одинаково. Вот, ну и, соответственно, да, модель доучилась. Accuracy получилось что-то порядка 0.45. Ну да, 0.43. Вот, ну, как бы качество не очень высокое, но даже меньше, чем в половине случаев, у нас модель что-то отвечает верно. Давайте посмотрим на то, какие у нее фильтры получились. Для этого переложим ее на ЦПУ. Вот, ну и, соответственно, модель, как вы видите, у нас состоит из ВГГ-блока и двух линеров. Давайте посмотрим на ее фильтры. Вот, ну и, соответственно, легенда бы не помешала. Легенда бы не помешала. Давайте посмотрю быстро, что там. Там не указан. Окей, да, ну, соответственно, это для не для одного канала, это для одного канала. Окей. Ну и, соответственно, здесь уже маска, которая более знакома мне. Чем ярче, тем больше. Здесь разноцветная, честно, я не очень уверен, что здесь будет происходить. Я подозреваю, что будет просто сумма, но не уверен, как яркость преобразуется к цветам. Здесь, соответственно, вот чем соответственно, выше, ну, чем желтее, тем больше чиселка. Ну и как бы, как можно посмотреть, ну, не знаю, может, у вас лучше получается, но это просто какие-то как бы наборы пикселей. Для нас они ничего уже не говорят. Здесь такая проблема будет, да, то есть если у нас доли классов сильно разные, то в Accuracy надо либо как-то там возиться с нормировками, либо еще что-то придумывать. Но
вот конкретно в этом датасете, если мы откроем, то здесь написано, что 10 классов по 6 тысяч изображений в каждом. Ну и в трене, соответственно, по 5 тысяч и 1000 в тесте. То есть, ну, конкретно на этом датасете такой проблемы нет. Если у вас какой-то свой датасет, естественно, нужно учитывать, что если у вас там 99% собачек и 1% кошечек, то модель, которая вам будет выдавать всегда, что у вас на картинке кошечка, будет выдавать вам аккуратности 99%. Но при этом как бы вы не найдете ни одну собачку. А если у вас модель будет выдавать там аккуратности 80%, то тут уже сложнее, и ну, как бы модель, видимо, будет угадывать каких-то, по крайней мере, есть надежда на то, что модель угадывает хоть каких-то собачек, и при этом модель ну, ошибается в кошечках. Поэтому accuracy не является как бы какой-то очень хорошей метрикой. Там есть множество вариантов, как это лечить. Есть еще варианты то, как лечить, когда у вас очень несбалансированная выборка. Ну, грубо говоря, здесь сейчас в даталоудере у вас в сетку батчи формируются без весов. То есть у вас для каждого объекта вероятность попасть в батч одинаковая. Есть такой сэмплер, который позволяет вам назначить веса для ваших объектов, и вероятность попасть в батч будет соответствовать тому весу, который вы назначите. То есть ну, вы можете, соответственно, взять и сделать так, что если у вас там каких-то объектов очень мало, они будут чаще нейронки показываться. Но это как бы все еще такой как бы костыль, и если у вас есть возможность насобирать больше данных, лучше, конечно, всегда насобирать больше данных. Вот. Ну и, соответственно, вот у нас здесь фильтры, вот у нас фильтры дальше по сетке. Ну, как бы можно тут, конечно, порассуждать на тему того, что здесь вот фильтр, который ищет только вот такой левый нижний угол и правый верхний пиксель, но на самом деле это все как-то очень неявно дает нам информацию и не очень понятно, ну, как бы, что это все значит. Ну, по крайней мере, раньше в лекции показывали, что, ну, если мы возьмем фильтры и попробуем обучить, ну, и попробуем сделать такую картинку, чтобы их отклик был максимальным, то там получалось, что поначалу сетка просто находит какие-то линии, там, типа, вертикальные, горизонтальные. Но чем глубже мы будем идти в сетку, тем интереснее получается то, что она своими фильтрами хочет найти. Там и кружки получались, и квадратики. Я очень надеюсь, что вам это покажут. Если нет, то напишите в чат, и я попробую найти то, где это было, потому что это, ну, это гораздо более полезно, вы с этим можете что-то сказать. Вот, да, отлично, вам вроде бы показали это на прошлом. Ну, соответственно, вам показали то, как что-то вразумительное получить. Здесь просто матрички 3 на 3 нарисовали. Вот. Соответственно, давайте мы попробуем поменять функцию активации. Я просто коперну сетку. Так, давайте. Давайте просто целиком модуль baseline копернем. И здесь поменяем. Так, и у нас в init надо
чтобы была возможность передать activation. И activation пусть по дефолту будет делу. А, соответственно, мы хотим... ну, и дальше надо нам модифицировать так, чтобы... Давайте self act будет равен activation. И, соответственно, здесь мы все поменяем на self act. И здесь вот, ну и соответственно мы можем теперь в нашу сетку передавать какую-нибудь другую активацию. Здесь для примера используется leaky relu. Leaky relu отличается от обычного relu тем, что если в ну, обычный relu там все, что меньше нуля, мы просто говорим, что это ноль. Leaky relu делает так, что мы не просто присваиваем ноль, а если не ошибаюсь, домножаем на число по умолчанию то ли одна сотая. Делу. В общем, на какое-то очень маленькое число. Так, это лучше сюда. Делу. Вот, ну давайте, соответственно, запустим пока с leaky relu. И сходим, посмотрим, какое там число по умолчанию. Так. Нас интересует non-linear. Вот, leaky relu. Да, по умолчанию 001. Это число можно менять. Ну и, соответственно, график выглядит вот так. В принципе, ну из того, что я помню, leaky relu обычно делает получше ситуацию. И в... домашках, вы когда будете экспериментировать, скорее всего, у leaky relu будет лучше всего качество. А давайте еще тут предлагают yellu и cellu. Давайте посмотрим, что это за функция. Вот, да. Соответственно, график вот такой. Ну и, соответственно, здесь у нас некая альфа умножается на экспонент от x минус 1, если у нас x меньше нуля. То есть, ну, в чем-то оно похоже на leaky relu, но на самом деле, ну, здесь оно выходит на примерно константу, и скорее в этом смысле оно, наверное, напоминает уже обычный relu, просто со сдвижкой. Так, ну и давайте посмотрим cellu. Это вот вообще такая штука с вот такими альфа и скейлом. Вот, ну, в общем, график выглядит вот так. Здесь, опять же, все сводится к тому, что это на больших минусах примерно как константа, а вот там около нуля происходит уже что-то более интересное. Так, он стер. Вот, ну, мы попробуем пока только с leaky relu. Если время останется, то попробуем еще какую-нибудь. Ну, навскидку, скорее всего, у leaky relu будет получше ситуация, чем у всех остальных. Ну и пока обучает, дальше мы посмотрим на аугментации. Аугментация — это такая штука, которая позволяет нам задешево как бы расширить наш датасет.
На самом деле это не то же самое, что докинуть прям новых, ранее невиданных картинок. Вот, ну, кстати, будет совсем чуть-чуть получше, видимо. Вот, ну, в общем, у нас появляется возможность, что мы берем нашу картинку, как-нибудь там ее поворачиваем на какой-нибудь угол. Отражаем вертикально, отражаем горизонтально, выкидываем какой-нибудь шум. Можно там даже делать какие-нибудь сдвиги частей картинок. Можно делать кроп, когда вы берете какую-нибудь, вот у вас есть ваша картинка, и вы из нее вырезаете там часть поменьше и передаете это в нейросеть. То есть всякими такими преобразованиями мы можем как бы получить крупный датасет. А в принципе, вот в задаче УЦР, ну, кстати, с Ликерилу у нас вроде бы даже хуже получилось. Да, не всегда Ликерилу делает хорошо, иногда с Рилу получается лучше всего. Здесь аккуратно получилось 0,41. Вот. Ну и, соответственно, с аугментацией. С аугментацией вы можете... Если у вас, например, задачка OCR, вы можете нагенерировать каким-нибудь там пилом или OpenCV просто таких прямоугольников со словами, а дальше, если качественно посидеть, подумать и поперебирать варианты, можно собрать такую комбинацию трансформов, что вот такой красивый прямоугольник белый с черным шрифтом, очень там, ну, очевидным, преобразовать в какую-то крикозябру, которая уже примерно похожа на то, что будет, если вы сделаете фотку телефоном. И таким образом можно обучать нейросеть как бы, ну, практически не имея или вообще не имея реальных данных. Качество, естественно, будет хромать, но иногда это единственная опция, которую вы смогли найти. Вот. Ну, соответственно, по ссылке, если перейти, здесь есть ссылка на те трансформы, которые поддерживаются в Торче. У Торча сейчас вроде бы все еще идет этот переходный период, где они у них раньше были трансформы версии 1, теперь трансформы версии 2. Трансформы версии 2 гораздо более интересные. Давайте мы тогда это выкинем. Я подозреваю, что здесь как раз вот этот прикол уже возник с переходным периодом. Да. Вот, они сейчас переходят к тому, что вот теперь их трансформы уже поддерживают из коробки работу с рамками для детекции и с сегментацией. Раньше, если вы хотели, соответственно, поиграться с их колорджитерами, ротейшнами и так далее, довольно часто, по-моему, приходилось все-таки ручками все переписывать, так чтобы у вас маска тоже обрабатывалась. А теперь это вроде бы все built-in, и вроде бы заявляется, что все будет очень классно. Для изображений тут выше было написано, вообще есть библиотека Albumentation. Вот, да. Вот. Ну и, соответственно, да, здесь вот этот попугай, над которым издеваются как только могут, делают его там зеленым и так далее. И, в принципе, тут если полазать, то этой библиотекой пользуются почти все, кто только обрабатывает картинки, не только. И у них очень большая документация с кучей ситуаций, где вы можете применять. Вот, соответственно, здесь торчевые трансформы. И, ну, если посмотрим, то действительно у нас как бы картинку просто там поворачивают на какой-то угол, а там немножко цвета возмущают колорджитером. Некоторые картинки флипают. Ну, то есть, ну, чуть-чуть сделали
возмущение над исходными картинками. Соответственно, давайте обучим еще раз. Да, очень важно, что здесь у нас теперь, смотрите, есть base transform и transform. Аугментации мы применяем только к трейну. К валидации мы валидационные картинки просто загоняем в тензор и делаем нормализацию. Мы не применяем к ним флипы, ротейшены и так далее. Вот. Ну, мы этого не делаем, потому что как бы, тогда у нас в валидацию еще начинает входить вот этот вот случай, когда если у вас очень много аугментаций, и все они сработают, ну, у аугментации, естественно, можно задавать, по крайней мере, в Augmentations почти у всех, в Torch Vision Transforms не у всех, но у многих, можно задавать вероятности. И это вероятность срабатывания. Там по дефолту она, по-моему, 0,5. И когда вы ну, если вдруг так случается, и у вас там, не знаю, там 20 различных вариантов, и из них там 15 сработало, то картинка может получиться какой-то неадекватной. Поскольку эта ситуация редкая, то как бы, ну, ничего страшного. Но вот валидацию лучше такого, чтобы совсем не случалось. И плюс к этому, ну, валидацию вы в нейросети все равно вы не используете ее для обучения, поэтому вам интересно то, как ваша нейросеть будет работать в реальной жизни. Поэтому как раз ей можно кормить просто исходные картинки, преобразованные там к нужному формату и с нужной нормализацией. Так, здесь у нас лапа 5 потер. Вот. Ну и вот у нас на второй эпохе аккуроси почти 0,3. А, ну и да, естественно, если вы навешиваете очень много трансформов, то у вас обучение будет идти подольше, потому что каждый из них надо применить к картинкам. Поэтому, когда будете, соответственно, делать ДЗ по картинкам, ну, лучше там как-нибудь совсем не уходить в дебри, потому что у вас и картинки будут все чаще неадекватные получаться, и обучение еще будет дольше, а в той ДЗ, насколько я помню, оно само по себе не очень быстрое, то есть вы там потратите несколько часов на коллайды, скорее всего. Так, ну, 0,334. Вот, да. Давайте пока дальше еще расскажу про регуляризацию и нормализацию. Ну, наверное, у вас в прошлом семестре говорили про переобучение. На всякий случай, переобучение — это та ситуация, когда у вас ваша модель, она очень хорошо запоминает вашу тренировочную выборку. Вот настолько хорошо, что на ней там вау, accuracy, очень маленький лосс, все дела. Но потом, когда вы показываете валидационную выборку, она, ну, у нее ужасное качество. Потому что все, что она сделала, это запомнила то, что вы ей давали на трейне, а то, что ей приходит на валидацию, она как бы никогда не видела и начинает выдавать какую-то чушь. Вместо того, чтобы научиться обобщать, модель у вас просто запомнила как стихотворение входные данные. А с нейросетями эта проблема есть, и эта проблема в каком-то смысле даже хуже, потому что у вас
параметров может быть там миллионы и миллиарды. И если вы, ну, если у вас там не очень много данных, и вы как-то не очень аккуратно со всем этим работаете, у вас действительно может получиться, что нейросеть просто наизусть выучила тренировочную выборку. А для борьбы с этим можно использовать дропаут. А идея очень простая. А когда вы обучаете, у вас часть нейронов просто отключается. Отключается с какой-то вероятностью, ну, соответственно, вероятность вы задаете, можно задать от, там, ну, вы просто можете задать вероятность. Естественно, если вы поставите вероятность очень большую, там 0,95 или что-то около того, у вас сетка просто обучиться не сможет. Но при этом, если вот тут есть картинка такая красивая, если у вас, соответственно, в изначальной сетке было очень много связей, то после включения дропаута у вас связей стало гораздо меньше. И, соответственно, ну, каждый раз у вас зануляется случайное количество нейронов, и не одни и те же нейроны. После того, как вы обучили, чтобы сохранить масштаб, вам надо как бы все элементы поделить на 1 минус p. Ну, к счастью, Торч все это делает сам, и по итогу, когда у вас смотрится на инференсе, у вас уже все нейроны работают, но при этом сетка, поскольку часть ее нейронов, ну, как бы не обучалась, шанс переобучиться ниже. Так, и здесь у нас обучилось вроде. В прошлый раз у нас было 0,41. Здесь у нас стало 0,37. Нам очень не везет, потому что, по идее, и лики релу, и применение аугментации должно было сделать только лучше. У нас это и то сделало только хуже. Такое бывает. Бывает, ну, бывает не прям часто, но нередко. Ну, обычно, если у вас как бы качество упало после ваших аугментаций, значит, у вас либо слишком много аугментаций, и вы сделали ими очень плохо, либо у вас, ну, либо вы там можете докинуть побольше эпох. Но если вы докинете побольше эпох, по-хорошему их надо докидывать и тому, что у вас было до этого, и уже после этого сравнивать. Но обычно, если вы там не уходите в какие-то дебри с применением аугментаций, у вас качество должно подрасти. Опять же, не очень сильно, но там на какие-нибудь проценты. Вот. Соответственно, дропаут возобновляет часть нейронов случайным образом. Для ускорения обучения у нас еще есть бэчнорм. В PyTorch она имплементирована как слой. Ну и, соответственно, вы вставляете просто между там, блоками, например. Значит, часть, ну, то, что здесь есть, оно каждый раз вычисляется заново по бачу, и у вас есть обучаемые параметры. То есть, если, например, там релу, лики релу и так далее, вы можете один и тот же применять, то у бэч-норма есть обучаемые параметры, которые, ну, то есть вам надо разные слои на разные части вашей нейросети. Вот, ну и, соответственно, на инференсе там используются просто оценки, которые у вас получились во время обучения. Да, ну и давайте вот посмотрим на формулы, как бы, как считается средний, как считается дисперсия, я думаю, вы когда-нибудь видели. Ну и, соответственно, происходит просто нормализация. Знает ли кто-нибудь, зачем здесь есть вот этот эпсилон? Ну, то есть, понятно, там параметры гамма, бета — это те параметры, которые мы учим. Там x — это то, что нам пришло.
Мю, сигма у нас определено. Вот есть одна буква, которую мы никак не определили, это эпсилон. Что это за буква и зачем она нам нужна? Ну, у меня есть предположение, но я не уверен, что оно правильное. Возможно, мы ведь работаем с выборкой, а как, ну, то есть у нас как? Мы здесь, по сути, ведь в качестве сигмы квадрата указываем выборочное стандартное отклонение. А когда мы нормализуем, мы хотим сделать нормализацию по генеральной совокупности. И чтобы привести вот это выборочное стандартное отклонение к генеральному, мы вот это эпсилон добавляем, нет? Нет. Ну, вот этот эпсилон, он на самом деле нужен по гораздо более простой причине. Если у нас вдруг когда-нибудь по непонятной причине случилось так, что сигма квадрат очень близко к нулю, у нас торч просто упадет, потому что он будет пытаться поделить на ноль. Вот этот эпсилон нам нужен просто для того, чтобы не случилось деление на ноль. Давайте мы даже посмотрим batch norm. Это TorchVision-овские доки. Сейчас давайте здесь посмотрим. Batch norm. То есть идея с тем, чтобы пытаться как-то привести к генеральному хорошее, но здесь на самом деле идея гораздо проще. Вот есть этот эпсилон, который по умолчанию будет вам 1e-5. И он нужен ровно для того, чтобы соблюдалось так, что вы не делите на ноль. Вот, как можно увидеть, в торче пишут, что он нужен просто для numerical stability. То есть, ну, понятно, что ваш var никогда не будет нулем, прям нулем-нулем, но он может быть там 1 на 10 в минус 10, или там 1 на 10 в минус 15. Это число очень близкое к нулю. И, в принципе, может случиться так, что в какой-то, ну, что у вас просто компьютер скажет, что это ноль будет. И из-за этого вам нужно вот этот вот хвостик добавлять, чтобы не случилось такой ситуации. Ну и, соответственно, вот в торче, если смотреть, он сразу выдает формулу, которая у вас по факту будет применяться. И у вас здесь есть обучаемые параметры гамма и бета. И, в принципе, если там когда-нибудь будете решать всякие тестики или там будете проходить собеседование на позицию стажеров и джунов, довольно часто любят спрашивать, есть ли обучаемые параметры у бач-нормы и сколько их. Ну, по крайней мере, раньше любили, сейчас не знаю. И не попадитесь, говорите, что они есть. Вот. Ну и, соответственно, да, значит, как и обычно, если мы откроем batchNorm документацию, мы увидим, что ему надо обязательно передавать, сколько у нас каналов. Ну и, соответственно, здесь, к счастью, sequential уже написан. Будет 3 ВГГ-блока, и мы добавим batchNorm. BatchNorm передаются количество каналов. Здесь у нас, соответственно, в ВГГ-блоке еще есть из 16 каналов 32, из 32 — 64. Да, по пути все это с макспулами. Вот. И еще здесь есть dropout. Dropout перед линером с последним с вероятностью 0,5. Здесь dropout с вероятностью 0,2. И по пути тоже вероятности 0,2. В принципе, вы когда будете модельки писать, можете поэкспериментировать и посмотреть, что будет, если вы не трогаете ничего, кроме dropout'а. Ну, вероятность дропаута. И вероятность дропаута там изменяете по, ну, от там нуля до 0,95 условно. Там с каким-нибудь шагом 0,05 или 0,1.
и просто посмотреть, что у вас будет с качеством сетки после какого-то там заданного числа эпох, или там можете даже по одной эпохе посмотреть. И в принципе, ну, так вы сможете примерно понять, что в какой-то момент у вас сетка просто эффективно перестает учиться. Ну, то есть из-за того, что вы зануляете очень много нейронов, у вас как бы ничего не учится. Да. И, соответственно, по идее, еще у вас будет некий максимум при ненулевом дропауте. То есть на самом деле, если вы часть нейронов отключаете, это часто бывает полезно, и у вас сетка учится именно обобщать, а не запоминать какие-то входные данные. Пока учится, давайте я даже открою. По-моему, у вас ТЗ1 даже что-то похожее просят. Поиграться. А, ну, у вас хотят просто, чтобы вы выбили качество. Вот, ну, соответственно, здесь у вас есть модели, и вы с вашими моделями можете играться как хотите. Тут вот надо указать какой-то отчет. В принципе, ну, я говорю, если вы там поиграетесь с походом по дропауту, если вы там поиграетесь... Господи, что тут? Ладно, я подозреваю, что тут что-то страшное произошло в одном из воркеров, и он об этом очень громко ругается, но обучение вроде бы идет еще. Да. Вот, в общем, я более чем уверен, что если вы там поиграетесь с разным дропаутом, там, с разными активационными функциями, и у вас будут какие-нибудь картиночки, там, грубо говоря, как зависит итоговое качество после N эпох, ну, в зависимости от разных там P, то этого более чем хватит, и, в принципе, результаты должны получиться не самые очевидные, поскольку, казалось бы, если мы сделаем так, что у нас дропаута никогда не будет, ну, обычному человеку должно казаться, что должно быть только лучше. Но страшная правда кроется в том, что нейросеть может переобучаться, и тогда дропаут, наоборот, сделает лучше. Вот. Ну и здесь у нас уже три ВГГ-блока, плюс есть дропаут, плюс есть патч-норм, поэтому здесь качество уже практически сразу достигает 0,55. Так, ладно, не хочет пускать ниже. Вот, да, 0,558. Да. Ну и, соответственно, здесь такой... Такая классическая ситуация, когда вы берете просто более крупную сетку, и у вас получается лучшее качество. При этом важно понимать, что если у вас очень мало данных, и вы берете очень большую сетку, то ситуация будет как раз схожа обратной, и у вас очень большая сетка просто выучит то, что вы ей подаете на вход, вместо того, чтобы общать, ну, скорее всего. Естественно, с этим есть множество методов борьбы. Вы можете пробовать дропауты высокие и так далее, но нередко вам просто придется остановиться на каком-то более низком
ну, на какой-то более маленькой модельке. Ну и, в принципе, у вас, когда будет домашка с картинками, вы можете попробовать там пообучать, как какие-нибудь EfficientNet B5 или B6 даже. Это огромные EfficientNet. И EfficientNet B0, например, и там EfficientNet V2 S, L, и посмотреть, что у вас получится. Но, опять же, здесь уточню, что и то обучать очень не быстро, поэтому эксперименты это здорово, но важно помнить, что часов в неделю выделяют на Кегле ограниченно, на Гугле. В какой-то момент вам просто видеокарту отберут. Так, ну, четыре эпохи. Ну, тут Акрус немножко подсела вроде бы по положению крестика, но все равно видно, что Акрус там почти 63%, что гораздо больше, чем все модельки, которые мы обучали до этого. Вот, вызвано это тем, что у нас есть и бэч-норм, и сетка побольше. Ну, как бы, чтобы немножко улучшить ситуацию, чтобы сетка не переобучилась, мы накинули дропауты между блоками ВГГ и дропаут перед последним линером. Вот, ну и, соответственно, да, итоговое качество у нас получилось вот 66,3%. Вроде бы это там почти в два или в два раза больше, чем... Ну, почти в два раза больше, чем у прошлой сетки. И здесь мы обучали вроде бы даже с аугментациями. Да, Train Data Loader и Wall Data Loader мы собирали вот здесь. И мы его дальше не меняли. То есть здесь обучение производилось с теми же аугментациями, что и в прошлом пункте. У нас, в принципе, осталось еще минут 7. Давайте я здесь быстренько докину лики в релу. И если у кого-то есть вопросы, то можно их позадавать. И мы попробуем добавить в эту сетку лики релу, посмотреть, что будет. Так, ну вроде бы во все или в почти все добавил. Давайте в клеточке пониже. Вот, ну я думаю, соответственно, на минут за несколько обучится, можно будет сравнить, поменялось ли что-то, если мы в этой сетке поменяли релу на лики релу. Вот. Ну, пока можно быстренько посмотреть на доки Argumentations. У них тут есть демо, то есть ну, соответственно, есть машинки, что будет, если мы там применим blue. Вот, соответственно, не заблюрится. И здесь можно
попробовать поиграться вот кроп, да, то есть кроп вам просто вырезает какую-то часть изображения. Есть центр кроп, который вырезает вам центр. Есть рандом кроп, который вырежет вам просто случайную часть с указанным размером. Есть channel dropout, когда у вас там какой-то из каналов просто убирается. Есть channel shuffle. Channel shuffle тут, видимо, сработал. Да, теперь сработало. Channel Shuffle вам просто переставляет каналы местами некоторые. Вот, там Color Jitter поиграет с цветами. Ну и тут очень много разных параметров. Вот есть, например, ISO Noise, который пытается мимикрировать под то, что сделает ваша камера смартфон. То есть если вы там будете фоткать, у вас будет какой-то шум, связанный с тем, как работает камера. Ну и, соответственно, вы можете взять фотку, наложить на нее этот шум и получить там, как будто вы это делали более плохой камерой. А еще есть шпег. Вы просто как бы, если картинку будете, если вы там сделаете картинку какой-нибудь зеркалкой и сохраните в RAW формате, она будет там весить он даже, может, несколько сотен мегабайт, и будет очень качественная. Но когда вы там будете ее потом преобразовывать и отправлять в каком-нибудь Телеграме и используетесь вот этим быстрым способом отправки, она, ну, у вас все равно будет шпег. И шпег, как вы знаете, может, там есть шкала сжатия, и здесь можно поиграться. Как видите, чем ниже quality, тем более такая пикселизированная картинка получается. И иногда, если вы там пытаетесь обучиться на реальных данных, вам как раз выгодно попробовать добавить вот эти всякие image compression и ISO noise, подразумевая, что у ваших клиентов, ну, у ваших юзеров, те данные, которые вам будут присылать, они будут с очень разных камер, очень разных телефонов. И, ну, естественно, у каких-то там ситуаций будет получше, у каких-то будет похуже. Я надеюсь, оно не упало. Вот. Еще, соответственно, вам тут у Albumentation, в документации есть очень длинный пост про то, зачем вообще нужны аугментации и насколько они улучшают качество. И вот тут есть пример на резнетах. И, ну, как можно заметить, как бы там прирост, ну, порядка 1,5%. То есть он не очень высокий, но он все равно ощутимый. И есть еще сетки амеба. Да, есть такое семейство сеток, называется амеба. И в нем, ну, B поменьше, C побольше. И в нем как бы прирост там вот 0,6, там 0,4%, то есть очень маленький. Но все равно вы по факту примерно ничего не делаете и получаете прирост к качеству, то есть вы не собираете данные. Так, здесь пока только две эпохи. Так. Да, еще важный нюанс заключается в том, что Albumentations не очень, ну, у Albumentations ему надо, насколько я помню, всегда передавать нампаевские массивы, то есть он не работает с торчевыми тензорами. Возможно, недавних пор это пофиксили, и он теперь работает и с ними, но на всякий случай лучше передавать только нампаевские рейтеры. Да. Вот, еще. Да, и у Albumentations, по крайней мере, раньше было очень классно с тем, что
у него не надо было вообще возиться с тем, чтобы он работал на бибоксах и на масках для сегментации. То есть вы ему, ну, вы просто, соответственно, передаете картинку и дописываете маск равно, и, соответственно, то, как ваша маска называется. То есть, ну, имидж равно имидж, маск равно маск. И после этого он делает все сам. В принципе, тут можно посмотреть. Например, какой-нибудь. Так, маски. Ну да, соответственно, вам на лекциях потом расскажут про сегментацию, но сегментация это вот примерно такая штука, то есть вам дают вот собачку, и вы просто рисуете маску, которую вам собачка выводит. Так, и здесь у них где-то. Вот, да, то есть смотрите, есть self-transform, в котором лежит transform от albumentations, и ему вы просто передаете имидж и маску, и он все делает сам. А, соответственно, в трансформах у вас может лежать вот такая фриказябра, то есть у вас может быть и rotate, и смена скейла, и там с цветом поиграться и так далее. И все реализовано так, что все очень умно, и, ну, понятное дело, что если вы там просто цвета меняете, то маска от этого не поменяется. А если вы там картинку поворачиваете или отражаете по вертикали или горизонтали, то, естественно, у вас должно поменяться то, как... Ну, ваша маска, соответственно, тоже поменяется. Так. Акруси, которую нужно побить, это 66.28. Давайте посмотрим, побьет ли Кириллу. А, ну и да, семинар, в принципе, уже 2 минуты как закончился. Вот. Ну, соответственно, сейчас посмотрим. Если есть какие-то вопросы, задавайте. И на этом, в принципе, все будет. Так, коллап отрисовал. Ну вот, получилось 66.90. Было 66.28. То есть, в принципе, ну, стало получше. Стало получше на там, полпроцента примерно. Кардинально нет. Ощутимо, ну, так. То есть, вот все эти игры с функциями активации и с... альбуминтациями они дают прирост, но на самом деле не очень большой, поэтому как бы, обычно прирост гораздо лучше получается, если у вас есть возможность добыть новых данных или поменять архитектуру сетки целиком. Наверняка есть какая-нибудь статья, где показывают, как какая-нибудь экзотическая смесь функций активации и альбуминтации вам качество поднимает просто до безумия какого-то. Но я таких не видел. Вот. Ну, если вопросов нет, тогда на этом все. И до встречи через неделю. Все, всем пока.